30 июня президент Владимир Путин провел очередную прямую линию. Эфир транслировался по всем интернет-ресурсам и российским телеканалам. Глава государства ответил на злободневные и актуальные вопросы граждан. Спросим у саровчан, о чем бы они хотели спросить у президента. Когда поднимут зарплату медикам? Когда введут смертную казнь в России? Как можно прожить на пенсию в 10 тысяч? Мы бы сказали про нашу медицину. До какой степени они довели вот это здание, до какой степени они довели Маслиху. Хотели бы задать по поводу ветеранства. А именно, за что ветеранов с большим стажем, вот в частности у нас в городе, лишили всех льгот. Ну и, конечно, хотелось бы еще несколько вопросов. Вот по мусорной реформе непонятно. Надо бы что-то там решать, потому что приходится платить, допустим, не только за одну квартиру, но и за дом в деревне. Или есть у кого две квартиры, не проживают, они все равно приходится платить. Услуги не оказаны ведь, а плату они берут. Мы выяснили, что большинство жителей города хотели бы получить ответ президента о зарплате, социальных льготах и состоянии медицинского обслуживания.